Так, стой, блин, я вот, я хочу стать этой тачкой. О, смотри, я стал этой, Камара! Move! Класс! Get out of the way! Get out of the way! Get out of the way! О, да! Вот эта битва у нас, на! На! Ой-ой-ой-ой-ой, я уже понял, что меня здесь ждет. Смотрите, 9 миллионов просмотров, 31 тысяча лайков. Кстати говоря, я вам тоже советую поставить лайк на это видео. Самое популярное видео на моем канале это Ben 10 Roblox, которое собрало 9 миллионов просмотров. Офигеть. Это видео было снято по игре Ben 10 в Roblox. Которая сама по себе немножко туповатая. Ну да, она баганая, но мы в нее поиграем. А еще я вам покажу игру от самих Cartoon Network. Вы представляете? То есть Cartoon Network сделали свою игру в Roblox. Да, и она уже не багованная и очень-очень крутая. Там есть квесты и так далее. Ну а для начала мы зайдем в ту старенькую игру про Ben 10, которая набрала 9 миллионов на нашем канале. Интересно, что же в ней такого? Итак, заходим в эту игру, она называется вот так, если кто захочет, может тоже поиграть. Да, мы ссылочку оставим в описании. Вау, это такая проработанная игра, что здесь можно даже бегать на месте. Это как? Я иду. Пойдет. Так, ладно, а как здесь включить этот Omnitrix? А Omnitrix, я помню. О, я вспомнил, это на Т включается английскую, да. О, да, прикольно. Так, и чё? Ага, Q, E, что-то тут так, можно выбирать. Так, 4 руки. А, это этот силач. Знаешь, какой мой любимый? Это плазма, которая может превращаться в любые предметы. О! О, я могу тебя уже убить? Да, а как это сделать? Я хочу стать плазмой. Вот он, мой любимый этот, знаешь, что он может? Что? Он может, по-моему, на какую-то клавишу становиться любым предметом. Кстати, смотри, тут какая Chevrolet Camaro. Так, ладно, давай попробую кем-нибудь еще стать. Вот. А как ты включаешь Omnitrix опять? На Т. Что я еще могу здесь сделать? Так. Давай прыгаем. В смысле, я вообще ничего не могу здесь делать. Такая проработанная игра, конечно, вообще, я просто не представляю. Но почему-то именно эта у нас игра зашла. О, баб, я это только сейчас заметила, что тут можно поменять цвет этих Omnitrix. Да, можно сверху. Я хочу сделать его под свой канал. Во! Так, давай. Так, кем я хочу стать еще? А, кстати, смотри, когда я навожу на кого-то, тут показывается голограмма, как он выглядит. А у меня вообще исчез Omnitrix. У меня теперь нет Omnitrix. Посмотри на меня, ты видишь меня? Да, вот. Я без Omnitrix. Так, стой. О, смотри, как я сделал! Я как будто на джетпаке полетел. Так. Блин, это прикольно, тут можно на любое здание так залезть. Смотри, давай пробую на вот эту парковку. Так. Полетели! Очень неплохо. О, я могу еще этими стрелять. Папа, ну-ка, давай в тебя. Пфф. Ой, я тебе реально урон наношу. Я только собрался себе выбрать кого-нибудь. Ага, вот, смотри. А, все, попробуй теперь меня попади. А, ты маленьким стал, я понял. Такой я лилипут. Не понял. Наконец-то все заработало. У меня ничего не работает, я не могу. Так, ладно, я хочу стать очень быстрым. Давай, погнали. Да, конечно, я очень быстрый. Очень быстрый, прям вам скажу. Очень быстрый. 150 тысяч. Ты, по-моему, еще медленнее стал, чем был. Так, я превращаюсь в какого-то обчака. О. А я знаешь, кем хочу стать? Кем? Не, мне вот этот вот нравится, апгрейд. О, я стал рыженьким. О, смотри, как я могу, я нажимаю на Е и... Смотри, сворачиваюсь вот так вот, самолетик. Ты летать можешь. Нет, я не могу летать, я только... А, это ты как бы атака, да, у тебя получается? Да. Очень странно, у меня вообще ничего не получается. А я могу стать кем-нибудь, какой-нибудь? Почему у меня никакое управление не работает, ты не знаешь? Ой, я могу лазером стрелять! А! Ой, я случайно трансформировался обратно. Так, смотри, я могу это, лазером стрелять. Опа, вот так вот. Стреляем. Круто. Так, стой, блин, я хочу стать этой тачкой. О, смотри, я стал этой, Камара! Ты превратился в тачку? Да, зацени, я Камара стал! Нифига себе. Стой, смотри, там какой-то космический корабль, я могу им стать? То есть, это получается у него способности такие, что он может превращаться в любой элемент? О, смотри, я наложкой стал маленькой! Блин, да как у тебя это все работает? У меня вообще не... Я вообще не знаю, зацени, какая наложка я маленькая. Класс. Не, ну слушай, вот этот вот герой мне, кажется, больше всех нравится. Ну давай посмотрим каких-нибудь еще. Этот герой, все, мы поняли. Я точила их, мне нравится, когда я становлюсь. Ладно. У меня почему-то все работает. Я хочу стать вот этим вот жуком, это я помню. Ой, это не жук. Офигеть, ты какого размера? Я вообще громадина. Смотри, я размером с эту карту... Ой, я могу кого-нибудь задавить там, стой. О, я такой же стал. А, я умер! Нет! Давай битву устроим. Блин, я только хотел с тобой подраться.
Я, короче, кликнул левой кнопкой мыши и подох. Блин, а я сквозь карту провалился. Какая-то баганая игра. Все, наконец-то я стал Chevrolet Camaro. Теперь... кстати говоря, я смогу стать этим кораблем? Интересно. Каким? Вот этим вот. Ой! Тихо! Will you like to go to space? А, хочешь ли ты отправиться в космос? Давай, подожди, может, меня подождешь чуть-чуть? Ладно, я погнал! Yes. Допустим. А что там было написано? Там было написано то, что ошибка телепортации. Видимо, этот плейс забросили уже. Я хочу стать ядром. Где ядро? А, так тут же... А, вот он, ядро! Нашел тебя! О, красивый, да, базара так, а нет. Мне... О, смотри! Move! Класс! Get out of the way! У нас даже есть такая игрушка, настоящая, да, в полную величину его. Да. Так, короче, она меня уже достала, эта игра, она, конечно, крутая, но очень багованная. Еще плюс ее забросили разработчики. Итак вот, почему бы мне не посмотреть официальную игру от Cartoon Network? Итак, ребят, я нашел официальную игру от Cartoon Network Games. То есть это сами Cartoon Network разработали эту игру. Давайте зайдем позырим, что ж там такого и чем она отличается. Давай, погнали. Не, ну вы зацените картинку, это реально видно, то, что здесь все сделано за деньги. Да, сами Cartoon Network Games сделали эту игру. Ну окей, неплохо, давай зайдем. Так, нажимаем play. Оба. О, let's go. Так, Димон, ты где? Подожди. Я сзади тебя вообще-то. А, о, здорово. Ну что, давай, что тут, где, что есть? Omnitrix внизу. Смотри, да-да-да, talk to Ben. А, можно поговорить с Беном, так. А, это он? А вот Omnitrix, смотри. Так он у тебя и так есть. А, да, ну ладно. О, смотри, там какая-то монеточка лежит. Ага, и какой-то телепорт, пойдем в телепорт. Зай, нам нужно для начала поговорить с Бентеном. О, нифига, смотри, они тут какие превращаются в кого. Нифига. Круто. Так, стой. Бентен, здорово. Ладно, пофиг на Бентена, давай уже нажмем на Omnitrix. Опа, так. Ну-ка, и что, в любого можно превратиться? Ну, практически в любого, скорее всего. Давай попробуем ядро. О, вот, мы только что... А, это не ядро, это четырехруки. Как его звали, я тоже не знаю. Силач. Силач какой-то, да. Смотрите, вот это новый этот, бентеновский этот. Зацени, какой я тигр. О, вот эта битва у нас. На! Пойдет. Слушай, ну эта игра покруче, конечно, и не такая багованная. На! О, мне дали какой-то бейджик. Я тебе сейчас это... Так, трансформируемся. Ау! О, ау! К нам еще это заходят друганы. Так, ну-ка давай, подожди, я выберу кого-нибудь другого. Я хочу огненным стать. А я ледяным. Давай, огонь против пламени. Ой, лед против пламени. Так, ты где? О! На! А, ты огнем по мне? Ты огнем по мне? Да, я тебе... На! Уи, я хочу полетать! Кстати, да. А как они летают как-нибудь? Ой, блин, я трансформируюсь в какого-то жука. Я плююсь какой-то фигней. А я стал, смотри, каким киберроботом. Иди сюда. Где? Понял. Ладно, ты сам напросился. Знаешь, кем я стану? Ну-ка. Вот это суперскорость. Не то, что в той игре. Опа, смотри, тут какой-то портал. О, пойдем сюда, смотри, здесь игра, иди ко мне. Давайте посмотрим миссии. Так, давай, тут какие-то мини-игры есть. Опа. И так, нажимаем. Это кто это? Что за крошка-картошка? О! Смотри, сложность. Легкая, нормальная или сложная? Да, и за это дается разное количество бонусов. Я выберу нормальное. Ну давай, я тоже нормальное. Давай зайдем посмотрим, что это за миссия такая. Смайт? Че? Я нифига не понял. Так, ладно. Оба! Опа, на. Я понял, кто это. Steam Smith, у нас такой тоже есть игрушка такая настоящая, прикольно. Это же наш враг. Так, что нам нужно сделать? Так, мы летим с этой картошкой. Короче, он нам что-то сказал, что ты меня не догонишь, а мы ему говорим, слышь ты, вонючка, мы тебя догоним. О, смотри, так, а как на нем летать? Так, F для того, чтобы начать летать. F. Я уже полетел, лети за мной быстрее. Надо пролететь через эти колечки, получается. Я лечу. А, надо успеть за время, еще время кончается. Понял? То есть нельзя отворачивать никуда, иначе время кончится. Ой! Ты не справился, что ли? Так, блин, это сложно, тут 10 секунд дается. Да, всего 10 секунд, поэтому надо лететь максимально 6. Прямо. Давай. Тебе добавили плюс 6 секунд. Так, плюс 6 секунд. Давай. Ну это не так уж и легко, да. Но я выбрал нормальную сложность. Да, но если на изи, то будет, конечно, попроще. А если на хард, вообще, наверное, будет как-то сложно. Там по 3 секунды будут давать. Как это? Это я впереди тебя лечу там, интересно? Да, это ты впереди меня, скорее всего. Так, и что, как долго лететь? Что-то я уже устал лететь. А, скорее всего, нужно до Steam Smith долететь. А, ну да, возможно. О, все, у меня что-то там он пишет.
А мне он ничего не пишет. А ты не дошел просто до того места, где я? Нет, я... А, так я как раз таки пролетел мимо того места. О-о-о-о-о-о, он мне говорит. Да, видишь? Не догонишь, брат. Не догонишь, брат. У меня это, 13 секунд, я себе прибавляю. Так, 18 секунд. Ага, он пишет, что ты не можешь меня догнать. Брат. Да, брат. О, я на мини взорвался. А, слушай, я, оказывается, не прошел, я умер. Я просто умер. А, понимаю. Так, давай. Вот, ты прошел, походу. Я прошел. Или нет, осторожно. О, да, смотри. Ну-ка, смотрим, история, что тут нам скажут. Какая-то бомба. Бомба. Бам! Мы взорвали его корабль. Понимаю, Рип Стим Смит. Так, я прошел Стим Смита. Слушай, пап, давай посмотрим еще какие-нибудь мини-игры. Так, ну давай, куда пойдем? Смотри, вот в этой стороне есть. Давай ты веди, куда хочешь, туда пойдем. Я хочу пойти в этот портал. Так, давай посмотрим, что тут за портал. Кстати, монетки надо собирать, может, они что-то тоже дают? Ну, не знаю, давай. Так, я хочу опять выбрать... А, Вилгакс Шип. Да, надо остановить Вилгакса. Корабль Вилгакса надо остановить. Head Blast and Diamond Head. Да. Ладно, ну я выбрал Нормал опять. Давай, Нормал. Блин, это будет непросто. А, подожди меня. Я смотрел эту серию, там был такой вот дирижабль. А, все, мы с тобой на разных картах, все, можно идти. Я не думаю, что ты уйдешь от меня. Короче, погнали, что надо делать? Ё-моё, блин, я даже не помню, как он выглядит. Так, надо бежать по стрелочкам, давай наверх. А, нет, прямо просто бежим. Ё-моё! О, уничтожить дроны надо превращаться, походу, Димон. На ящики можно залазить, они там тебя не достают. А так я могу же стрелять по ним. А, да? Да, ты станете огнеметом или ледометом. Вот я и хочу кем-нибудь стать. Все, я стал огнеметом. Я, это, дрон версии 4 сейчас. Блин, я в него не попадаю. В смысле? Он защищенный. Сквозь него проходит. Все, я убил все дроны. В смысле? А, нет, у меня последний остался, как и у тебя, я не могу его убить. Его невозможно убить, стой. Пилсиде, может быть, его а, надо... А, его как-то... синим надо, его льдом надо убивать, потому что он сам синий, видишь? Понял. Да. Все, ебой. Ты уничтожил? Да, так, идем дальше. Идем дальше. Так, оба! Так, здесь нужно стать этим. Надо обычным стать, огнем. Да? Нет, огнем. А, да? Давай, уничтожай огненный. Начало уничтожаем все огни. Там пушка, пулемет, который стреляет. Пулемет! Да. Ты его тоже уничтожай. Я уничтожаю, все, есть. Так, вот еще на меня пошел один. Все, я прошел, пап. Я еще мучаюсь с огненным. Последний остался мне. О, это лазер. О, ё-моё. Не-не-не-не-не-не. Лазер-канон. Лазер-канон? А чё она не умирает? А, потому что они красные, их надо убивать огнем. Нет, я их убил льдом. А, да? Они вообще не умирают. А где такие? А, плазма-тэнкс, это вот эти вот, Дим, бочки, плазма-тэнкс. Это значит хранилище, вот, плазма-тэнкс, видишь, они подписаны. Это не танки в смысле хранилища, тэнк, бочки. Да я понял, то, что тэнкс это вот... Ну я думал, что вот эти вот штуки это плазма-тэнкс. Да, все, ты прошел это? Нет еще. Так, у последнее нужно уничтожить. Давай, стреляем. Есть, уничтожил. Все. Битва с Вилгаксом сейчас будет. Ах ты гад, блин, сюда. Блин, нас пытаешься уничтожить. Кто такой Вилгакс вообще? Что за Вилгакс? Тихо. У меня жизни вообще на донышке. Ты думаешь, у меня не на донышке? Есть, я уничтожил какую-то бочку непонятную. Так, сначала уничтожай все турели. Тут еще надо уничтожить какие-то пульты управления. Какие? Которые по центру комнаты. Блин, меня убили. Нет, не эти. У этих жизни нету. Видишь, вот эти, да, вот у кого жизни есть. Там какие-то бочки и пульты управления. Осторожно, у тебя жизни вообще на донышке, Димон. Да все нормально. Сила бомжа, активируйся. Почему эти дроны напоминают мне летающую тарелку? Не знаю. Загадка вселенной. Давай, последнего. А, нет. А, то есть я только одну уничтожил? Да, там их несколько. Energy машина. Я тут все дроны с этими уничтожил, поэтому мне, конечно, здесь легко. Так, где еще? А! Так, вот они, я же тебе говорю, ты их не все уничтожил. Mm-hmm. Так, 8, и там одна еще, я видел, осталась у тебя еще живая. А, вот это, да. Все. Все, теперь все. Готово. Все, выход открыт, пошли. Ну все, Вилгакс, или как тебя зовут, бойся.
А, все, можем сбежать через портал. Блин, я вот до сюда чуть-чуть не дошел. Так, давай. А, тебе, наверное, повезло в этот раз, говорит нам Вилгакс. Итак, мы прошли квест от Вилгакса. Неплохо, неплохо. Блин, ну слушай, игруха довольно неплохая. Ну, та игра тоже неплохая, но, как по мне, это лучше. Так, давай последнего пройдем какого-нибудь квеста. Смотри, вот тут какой-то фиолетовый есть портал. Portal. We're champions. Champions. Давай изи. Не, я нормал. Окей. Ну-ка, я посмотрим. Не нубик, я не играю на изи. Окей. А, я вспомнил, кто это. Какого черта? О, мы вдвоем, кстати говоря. Добро пожаловать в убежище на кошмаров. Давай, иди сюда. Попробуй против меня побиться. Я помню, короче, этот, я смотрел серию, там где-то на рынке это всех напугало. Короче, тебе нужно что-то найти и сбежать. Я тебя слушал и не понял, что, побежали? Я уже бегу давно. Я вообще-то за тобой бегу. А, да? Окей. Ой, что нам нужно? Я перед тобой. Подожди, что нам нужно делать? Кристаллы собирать? Да, кристаллы. Вот это не наступай в черное. Не наступил. Ладно, все, видишь, надо, короче, обходить вот эту черную чачу, жижу. Ты умираешь. А, это чекпоинт. А, это чекпоинт. Круто, круто, круто. Так, так, так. Можно пробелом пользоваться, можно не отбегать. Обходим эту черную жижу. Можно прыгать. Жижа. Так, давай, прыгай, прыгай. Так. А, блин, я задел, Димон. Так, второй чекпоинт. Жди меня. Левым путем, иди левым путем. Там все, вот все, легче иду. Всего. Окей, let's go. Я так, с тобой следующий рядом. Это паркурщик и портал. О, так, так. И это мы выбрали нормал. Может быть, еще будет что-то, или это ой, все? Блин, я упал. А прикинь, там оказывается до портала был какой-то. Его нужно уничтожить, Димон. Чем? Его нужно разбить. О, спасибо, что разбил. Да, сорян, я разбил за тебя. Я говорю, спасибо, что разбил. Осторожно. Черная жижа. А, ты думал, что это будет так просто? Там еще один портал. Фастбой. Попробуй выбраться из этого ночного кошмара. Я могу уже расстрелять этот портал. Так. А, блин, я умер. Там как-то какая-то подвох какой-то есть, Димон. У меня там нет. О, я разрушил барьер как раз таки. Молодец. Но я не смог на последнюю запрыгнуть. Вот с последней. Вот я же тебе говорю. Там конвейер, во-первых. А во-вторых, я просто рано прыгнул. Есть, я перепрыгнул, давай, теперь я тебя жду. Я помогу разрушить барьер. О, Рахмет. Так, до самого конца жди, до самого конца жди. Есть. Есть, все, пойдем. Это там конвейер был такой. О, спасибо, что разрушил. Да, кто-то тут с нами идет, какие-то черепа валяются. Морской череп. Ты думаешь, это легко? Попробуй пройти через это. Да, попробуй найти путь через этот лабиринт. Ты чё, умер? Ты решил найти короткий путь. И самый короткий. Чувак, путь. Который за тобой бежал, он тоже умер. Чекпоинт. А зачем мы там собрали чекпоинт? Ты посмотри, что нам предстоит. Пройди, я уже умер. Я выберу лифт. Лифт, он полегче. Ты думаешь? Да. Не, ну, с лифтом у меня не было никаких проблем. Так, окей. Ой, я уже практически прошел. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я уже понял, что меня здесь ждет. Что тебя ждет? Двигающийся лифт-конвейер, скорее всего. Ну, это не конвейер уже. Да. Ой, я прошел, пап. Блин, жди меня, и я приду. Как он медленно двигается, этот лифт, блин. Я тебя стрелять буду, пап. Не надо меня стрелять, за что? За то, что ты стрелял в меня. А я в тебя буду стрелять. Такие поругались. Ты помнишь с мультфильма «Человек-паук»? Там «Человек-паук» на другого «Человек-паука» вот так вот. Да. Вот это вот так похоже, типа. Тихо, не умри. Все, я чек взял, ты взял? О, ты не выберешься отсюда никогда. Да блин, чё? А, блин, ты меня толкнул, я умер, ты чё такой? Так, блин, ты быстро... Так ты там, это, агуши наелся и быстро гонишь. Такой, я гоню быстро, не подъедешь близко. О, этот лифт в жижу тебя тянет. Какую жижу? Которая внизу. В смысле, на него нельзя вставать, что ли? Нет, на него можно вставать, но просто иногда ты можешь... Да, с него скатываешь. Да, блин, чувак, иди уже. Да-да-да, ты... Чё, широкий, что ли? Из-за чувака не умри там. Широкий, что ли? Я могу зафейлиться, но нет. О, я дошел до финала. Вон о, он, давай стрелять в него. Хекс, на, хекс, получи. Так, а что, вниз-то можно падать? Я пошел вниз. На. Кстати, сейчас будет босс-файт. Да не будет. О, да, пора, пришла пора прощаться. Ты глупец, я тебя не выпущу. Так, что делать-то, что делать? А, он скажет, сейчас закроет портал. Так, давай попробуем пройти просто через портал. И все.
Я прошел. Я тоже. Все просто. Да, прикольно. Еще и бейджик получили. Да, причем два бейджика. Смотрите, я открыл этого нового. Грей Мэттер какой-то, да? Да, это этот. Малыш маленький, ну-ка. Ну-ка. Примерим. Опа, тут смотри, какой маленький. И что ты как бегаешь, пойдет. Вообще прикольно. О, смотри, там это по телеку показывает Бен Тена. Короче, когда я играл в эту игру, я сразу заметил то, что в нее вложено много денег. И видно то, что она качественная. Не то, что та игра, которая все багалась и так далее. Короче, я вам советую в эту игру поиграть и попроходить еще какие-нибудь квесты. Да, ссылочку на эту игру и на ту, которая баганая, мы оставим в описании. Заходите, играйте. Но эта игра однозначно лучше. Ладно, все, мы пошли дальше проходить квесты, какие-нибудь которых вы не видели, а вы заходите, играйте сами. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока! Пока-пока!